Здравствуйте. Это программа «Противостояние». На нашей площадке мы обсуждаем темы, которые вызывают самые противоречивые реакции в медицинском сообществе. Смотрите нашу программу, оставляйте комментарии, подключайтесь к беседе. Вместе мы найдем решение любых проблем. А сейчас к теме нашей программы. Более 130 лет назад американский хирург Стил сформулировал основные принципы и разработал комплекс приемов науки, получивший название остеопатия. Главной ее концепцией стал постулат: структура управляет функцией, функция определяет структуру. Сегодня, если заглянуть в Википедию, можно прочитать, что остеопатия – это система альтернативной медицины, рассматривающая в качестве первичной причины болезни нарушение структурно-анатомических отношений между различными органами и частями тела – остеопатическую дисфункцию. На самом деле эта информация неверна. Еще 14 ноября 2013 года Министерство образования и науки включило остеопатию в официальный перечень врачебных специальностей, и об альтернативности речь уже не идет. Но до сих пор в большинстве своем медицинское сообщество не выработало единого мнения по отношению как к остеопатии вообще, так и к врачам, получающим эту специализацию. Так вот, остеопатия работает или нет? Мы с вами знаем, что любой организм, он себя лечит. И каждый раз, когда ко мне приходит после остеопатии, говорит, мне помогло или там не помогло, когда, говорит, помогло, я говорю, ну, если бы ты не ходил к остеопату, может быть, быстрее помогло, правильно? Я считаю, что остеопатия, в первую очередь, это превентивная медицина и, скажем, медицина функциональных состояний проблематических. То есть, что говорит Стил? Что мы лечим нарушение подвижности в любых тканях. То есть нарушение подвижности в суставе, нарушение подвижности в мягких тканях, нарушение подвижности друг относительно друга внутренних органов. То есть, когда дело идет о органике, о органическом изменении, да, не нарушение подвижности, а нарушение структуры органа, это уже зона вне остеопатии. Влияния. Скажите, вот я слышал от остеопатов, что они запускают какую-то процедуру, по мне она выглядит как-то волшебно, и потом она еще по инерции распространяется по телу в течение нескольких дней. Какие физиологические процессы за этим стоят? Если у человека есть проблемы с голеностопным суставом, то это проблема может реализоваться в виде симптоматики не на уровне голеностопного сустава, а выше, по биомеханической цепи, например, в области коленного сустава. И, соответственно, если мы поправили голеностопный сустав и, так скажем, в коленном суставе сразу же не произвели никаких действий, то, в принципе, есть возможность подождать, пока улучшение в голеностопном суставе за счет улучшения биомеханики не даст позитивные воздействия на коленный сустав. Могу я возразить, коллеги? Конечно. Дело в том, что мы помним, Иммануил Кант еще в свое время сказал, что любая наука, которая считается законченной, она приходит к математике. Так вот, в 98 году, я напомню, Институт сердца и легких опубликовал классификацию доказательности результатов, то есть А, Б, С, Д. Итак, если мы возьмем любые поисковики, научные поисковики, это Medline, PubMed, то мы увидим, что все исследования, которые касаются остеопатии, это D и C, это между нами мы встретились и поговорили, это я перевожу. Нет серьезных РКИ, там, двойных слепых исследований, да, то есть нет серьезной базы. Сейчас вы мне говорите, что если вы повредили сустав, то сверху куда-то что-то пойдет. Скажите, пожалуйста, какими методами мы будем оценивать, да, что куда пойдет, с какими цифрами мы будем работать, чтобы мы понимали, что действительно будет напрягаться, когда мы нажмем на какую-то точку. Но скажите, правильно ли я понимаю, что мы можем назвать остеопатию лженаукой? Остеопатия – это все-таки наука вспомогательная, которая не направлена на решение основных каких-то проблем и вопросов. И проблема этой науки в том, что она работает на функциональном уровне. То есть невозможно будет измерить каким-то УЗИ-датчиком или посмотреть аппаратами МРТ. Пришел человек, вот искривление, вот по рентгену до – вот вы провели свои процедуры, вот рентген после. Покажите людям. Они увидят, они поверят. Дело в том, что если брать, так скажем, клиническое обоснование применения процедур в остеопатии, да, чем отличается резко от мануальной терапии, да, мануальная терапия в основном работает регионально. То есть есть нарушение движения в суставе, производится манипуляция на суставе для улучшения мобильности сустава.
Почему именно в остеопатии не лечат, зачастую не лечат именно ту патологию, с которой пришел человек? Потому что общая философия остеопатии в том, что требуется найти как бы основную проблему в теле, которая может быть напрямую прям не связана с тем, с чем пришел человек, полечить ее, и вот как раз по тем самым, биомеханическим связям, она в итоге улучшит ту проблему, с которой работы. Пришли. Будет зависеть от того, как вы решили конечную проблему. Если я пришел с больным коленом, без разницы, как вы будете, мять мне живот, трогать затылок, там, держаться за ягодицу, мне нужно, чтобы была решена вот эта проблема. Если вы мне расскажете, ты пришел к нам с коленом, но мы тебе полечили ягодицу, извините, меня это не устроит. Мы преследуем, скажем так, восстановление организма в долгосрочной перспективе, потому что если вы придете с больным коленом, вопрос может элементарно решиться инъекцией какого-нибудь гормонального препарата. Вы с этой проблемой конечности уйдете... Конечности мои не выровняются. Не выровняются совершенно. Почему скажите, методика пожалуйста, субъективна? Коллеги, скажите, пожалуйста, все вот эти анатомические поезда, которым вы, значит, хвалитесь, которые, значит, массаж, который, естественно, применяется в остеопатии, который действительно имеет доказательную гигантскую базу массаж. Вот. А где научная связь, что, например, зуб у меня влияет, например, да, на длину моей ноги? Где эти связи? Где они опубликованы? Где они доказаны? Вот очень интересно, вы стали говорить о том, что, в принципе, сейчас вы рассматриваете проблему, скажем, краниосакрального воздействия или структурального воздействия. Вопрос, который у меня возникает, по сути дела, у нас есть специальность мануальная терапия, и чем она отличается? Четко понимает анатомическое соотношение, четко понимает воздействие. А вот то, что мы обсуждаем, что это люди, которые имеют, скажем, образование, скажем, не врачебное образование. То есть познания анатомии, они получаются достаточно скудные. Поэтому, обсуждая вопрос остеопатии, конечно, нужно понимать, что это врачебная специальность. А у нас зачастую мы сталкиваемся о том, что он был раньше массажист, а теперь он у нас остеопат. Так, к сожалению, остеопатия страдает тем, что, так скажем, особенно за границей, остеопаты в основном не врачи. То есть это специалисты, которые заканчивают колледж. Те остеопаты, изучать. Которые приезжают к нам из Франции, из Америки, многие из них это люди, которые не умеют, так скажем, математически мыслить, не умеют мыслить логически в том понимании медицинском, к которому привыкли мы. Угу. И поэтому исследования, к сожалению, проводить просто, грубо говоря, некому. Сейчас есть два реестра остеопатических, которые включают в себя члены тех людей, которые проходят в, так скажем, крупных школах, заканчивают крупные школы. Вот. И, в принципе, этим реестрам, ну, отчасти можно доверять, потому что хотя бы этот человек точно 4 года проучился на звании доктора остеопатии. Вот. И сдал квалификационный экзамен. Сдал квалификационный экзамен, да, который, в принципе, достаточно сложный, с дипломом, с всеми техниками, здоровье, с клиническим конечно. Случаем. Вот. И, в принципе, сейчас идет становление, может быть, таких, скажем, документов и площадок, на которых будут концентрироваться более-менее качественные специалисты. Потому что, к сожалению, сейчас очень много специалистов, которые закончили двухдневные курсы, месячные курсы, и везде пишут, что они остеопаты. По крайней мере, у вас появилась какая-то систематизация, но это только сейчас. Я напоминаю, что Резерфорд в свое время сказал, что существует две науки. Первая – это физика, а второе – коллекционирование марок. Так вот, коллеги, я все-таки еще раз вас спрашиваю. Остеопатия – это наука или это, вот, знаете, какой-то есть непонятный список врачей, есть непонятные экзамены, есть наконец-то первый диплом, кому-то дали уже, да, не пойми за что. И, соответственно, мы можем прийти и отдать этим людям свое здоровье. Да, это наука в первую очередь, и она имеет место быть. Она является как и основной, так и вспомогательной. Есть уже доказательные базы работы, возможно. Где мы с ними можем познакомиться? Понятно, были что это вещи. Где исследования? Мы можем познакомиться? Рандомизированные, да. Крупные, масштабные. На самом деле, я считаю, что все-таки, даже при том, что я стою за этой стойкой, что остеопатия все-таки не наука в том понимании, в котором мы привыкли понимать науку. Почему? Потому что нет...
строго организованных кафедр, нету доцентов, нету профессоров, аппарата, нету доказательной базы, серьезной доказательной базы. И почему отчасти, мне кажется, это происходит? Первое, я уже говорил, очень многие остеопаты не врачи, особенно за границей. А во-вторых, очень многие остеопаты, сколько я их видел, это люди, так скажем, не склонны к групповой работе. Это больше, по большей частью одиночки, вот, которые очень часто работают, так скажем, в своем кабинете, у которых очень много пациентов, очень это много бизнес. Загрузки. Давайте все-таки подведем. Да, это боязнь того, что люди, получатся результаты, не подтверждающие их концепции. Коллеги, соответственно, следует следующий вопрос. Эффект плацебо в остеопатии. И можно ли назвать остеопатию все-таки отделом психологических наук, то есть психологией? Мне показалось, что мне стало лучше. Конечно, поэтому... конечно. Задача, то есть врача, использовать психологические, успокоит. Может быть, методы что психоанализа, плацебо, положить на говорить. Кушетку, правильно? Положить плацебо на кушетку. Не стоит тех денег, которые вам платят. Сколько ваш конечно. Прием стоит? Мой прием стоит ровно столько, сколько стоит эффект от моего приема. Давайте конкретную цифру назовем. В нашей клинике от 5 до 12 тысяч. Один сеанс один стоит сеанс. От 5 до 12 тысяч. Вот. Остеопатия никогда не делится по сеансам. Нельзя выбрать курс лечения на 10-20 сеансов. И те это что, невыгодно с точки зрения бизнеса? Те специалисты, которые работают через день и занимаются якобы остеопатией каждый день или работая там 3-4 дня в неделю, вам нужно 10-20 процедур. Вот это лженаука. Вот это лжеспециалисты. Ну тогда скажите, роль психологии в остеопатии какая? Я считаю, что очень высокая на самом деле. Потому ну тогда что... психологическая наука — это отдел психологической науки, который называется остеопатия. И давайте все-таки начнем заниматься... Подождите, а фармакологии вы не преследуете эффекта плацебо? Доказанный эффект плацебо... Ничего себе фармакологии! Мы можем померить, извините, практически все препараты, их механизм конечно. Действия, все, которые да, меняют да, перфузию, да. Увеличивают количество рецепторов. Хорошо, фармакологии приписывать плацебо. Но мы сейчас говорим об эффекте плацебо. Когда проводим исследование. Мы сейчас об эффекте остеопатии, который есть или нет, или чем обосновывается? Это... Остеопатии проводили исследования да. с тем, что просто человеку клали руку на область крестца, не трогая ничего так. никаким образом, и все-таки осуществляли какие-то техники. То есть какой-то биоэнергетикой, соответственно, лечили. Биоэнергетика — это мы просто положили руку и сидим, ждем какого-то непонятного чуда. И объясняем при этом человеку, да, что это будет, что он должен чувствовать, что он должен, что должно с его организмом происходить и так далее и тому подобное. А остеопатическая техника — это конкретно работа, это движение тканей, это техники мобилизации крестца, это техники расслабления мышц. И это все это понятно. Так а вот. Если протоколы, по которым вы проводите ваши исследования, то есть если я слушаю легкие, я совершенно четко знаю, где я ставлю стетоскоп и что я слышу, аналогично это касается сердца. Есть ли протоколы в остеопатии, которые тогда вы говорили? Скажите, как а и протоколы что вы для лечения чего? Протокол диагностики есть. Протокол диагностики пациента. Приходит пациент с какой-нибудь жалобой. Они просто не приходят так. Хорошо, пришел болит. Пациент с какой-то жалобой. С какой? Ну, например, болит спина. Болит хорошо. Спина. Поясните. Так, дальше. Ну, а дальше обычный сбор анамнеза. Когда заболел... Собрали анамнез. Что выявили в процессе анамнеза? Представьте конкретно. Ну, не знаю. Обычно это какая-нибудь там физическая нагрузка сверх нормы. Да, или ее отсутствие. И... Хорошо. Какая-то избыточная физическая нагрузка. Пациент пришел, что болит спина. Дальше что? Дальше проводится ряд тестов мануальных. Если у него есть с собой снимок, это вообще прекрасно. Люди любят, когда над ними проводят эксперименты. Мы смотрим, отмечаем, да, смотрите. То есть вы можете работать без снимка, если даже снимок вам не принесли, вас это не напряжет? Смотря какой болевой синдром. Если человек говорит, что он не чувствует ног и, простите, сходил под себя, то, безусловно, этот пациент не наш, это ситуация острая, мы вызываем. Есть так называемые красные флаги, которые говорят о том, что без дополнительных исследований нельзя проводить мануальное вмешательство на человеке. Вот. Если красных флагов нету, то, в принципе, происходит действительно мануальное обследование человека. И по, скажем, тестам, чаще всего это тесты на подвижность тканей, на подвижность в сочленениях. Но правильно мы понимаем, что эти тесты опять вы взяли из спортивной медицины, из ЛФК. Да. То есть это не тесты специальной остеопатии, разработанные и доказанные. Есть специально да? разработанные тесты. То есть да. есть специально да, разработанные? Да, есть даже такая специальная школа, французская школа Поля Шафура. Они разработали ряд тестов, которые каждый остеопат может повторить. Повторяемость тестов — это... Чем-то они отличаются от тестов ЛФК или нет? Всем.
это абсолютно другие тесты. Это тесты на микроподвижность, на подвижность какого-то сочленения, но на микродвижениях, чтобы каждый остеопат это мог повторить. Где-то они опубликованы с точки зрения? Безусловно, это там... целая школа, они проводят исследования. Например, 20 тысяч человек, у них вот эта связка напряжена, у них вот такие болезни, у них вот такой позвоночник, вот такой МРТ. Вот прошло там, не знаю, 5-10, сколько-то сеансов, вот прошел год, посмотрите, какое... Скажите, сидим, пожалуйста. Стоим врачи. Убедите докторов, объясните нам на нормальном, понятном, хорошо, медицинском языке, что вы делаете. Давайте вот конкретно, если вы объясните, будете убедительными. Может, мы вам тоже будем направить пациента? Давайте. Конкретно, ко мне пришел триатлет, человек, который занялся триатлоном с марафона. Он пока бегал, все у него было хорошо, но после того, как он начал заниматься велосипедом и плаванием, у него начало болеть колено. Он ходил к ортопеду очень долго, ему кололи туда гормоны, ему все делали местные процедуры, физиотерапию. Но как только он начинал снова заниматься спортом, все это возобновлялось. Соответственно, я посмотрел, так скажем, почему это может быть, не только из-за колена, да, то есть как бы остеопатическое мышление. Посмотрели, нашли дисфункции в пояснице. Да, как известно, что поясница запитывает мышцы нижней конечности, и, соответственно, в позиции на велосипеде, когда он был согнут, у него была протрузия в поясничном отделе позвоночника, она поддавливала нерв, и нога хуже крутила педаль, соответственно, вторая нога перегружалась за счет того, что нога, в которую был подавлен нерв, не дорабатывала. Соответственно, после того, как мы поправили ему поясницу, во-первых, у него прошло больное колено, а во-вторых, его тренер совершенно четко отметил, что он нормально, равномерно стал крутить педали. Ну, да? Это единичный условный почему пример, единичный? Который непонятно, непонятно, что здесь помогло, потому что, ну, действительно, ставить условное исследование на одном человеке и показывать это как доказательную некую базу, это... Мне кажется, очень красивым способом проверки остеопатического лечения и эффективности остеопатического лечения является реально визуальное изменение. Есть сколиоз, нет сколиоза. Что мы делали? Мы проводим остеопатические тесты. Остеопатические тесты на подвижность того или иного региона. Если очевидно, одно плечо выше, да, например, другое ниже, мы смотрим, где максимальный биомеханический конфликт возникает. А в чем же остеопатия? Это ЛФК. Нет, мы говорим о том, что мне понятно. Он да. видит то же самое. Все то же самое. Перекос, только нажал, прохрустел. Нет, разница колоссальна. Чем остеопат отличается от мануального терапевта? Он старается учитывать не просто костные, да, именно структуры, но и структуры, которые максимально приближены к этому, в том числе внутренние органы. Например, связка перикарда. И если есть натяжение в этой связке, да, и, соответственно, тело будет подстраиваться, чтобы эту связку перикарда... То есть вы работаете со связкой перикарда, чтобы сколиоз ушел, уходит? Например, да. Уходит. А что стало с перикардом после того, как ушел сколиоз? У вас ушла. Вот знаете, это очень интересная тема. Вы стали говорить о висцеральных методиках. Да. Вы берете такие проблемы, которые, в принципе, для любого терапевта или кардиолога становятся просто, ну, я не мишенью. Знаю... Ну, это мишень, это полное возмущение, и этим вы, возможно, и снискали себе славу лженауки. Поэтому... Вот у меня несколько пациентов, которых лечат остеопаты с нарушениями ритма. Это острое состояние и очень нестабильное. Я переживаю о том, что пациент находится... Да, что у человека окажется, да, компенсация это одно, но это риск внезапной смерти. Я не знаю, с какими остеопатами вы работаете. Я сплю плохо, остеопат сказал, я вас полечу, у вас все пройдет. Ну, и верят ведь пациенты. Таких пациентов у меня, я не могу сказать, что их много, но как минимум так двух вот я могу назвать. Наша беда. В другом. Я прошу прощения, что перебью. Что ситуация связана какая? Вот когда приходит, соответственно, к Ульяне вот такого рода пациент, это пациент, приходящий на стадии начальных изменений, функциональных изменений, которые впоследствии могут за собой повлечь изменения вашего характера. В практике, в работе есть ряд пациентов, которые ходят годами к, будем так называть, классическим врачам, к неврологам, к терапевтам, к гинекологам и так далее и тому подобное, и приходят с конкретными явными болями, которые их беспокоят на протяжении нескольких лет. Тогда чем же руководствуется неврология, чем же руководствуется диагностическая стандартная медицина, что она не может такого пациента просто привести в адекватное состояние? Ведь не только среди остеопатов бывают плохие доктора, среди терапевтов мы можем... Тогда мы возвращаемся к вопросу, все-таки остеопатия это тогда не лженаука, а тогда вопрос сегодня к специалисту. Сегодня вы не доказали, что есть маркеры, которые, или вернее постулаты, которые бы сказали, что это наука. Знаете, а я здесь отвечу по-другому. Я скажу так, что давайте не будем, к сожалению, переоценивать возможности так называемой аллопатической медицины. Нет, давайте конечно. И вопросам аллопатической медицины будем относиться критически. Мы, аллопатические врачи, не боги, и, к сожалению, не все болевые синдромы нам поддаются. Просто мы не всегда можем вылечить те проблемы, за которые беремся. Ну тогда мы должны классифицировать эти проблемы. Правильно, какие мы можем помочь?
остеопатии. Выделить ряд пациентов, классифицировать их и применять остеопатию на конкретных клиентах. Существует список, большой перечень. За что вы возьметесь? Где? За что вы возьметесь? В тех случаях, когда классическая медицина беспомощна. Говорили, да, проблема аденоидов. Очень часто это распространенное заболевание сейчас у детей. И часто родители вынуждены удалять эти аденоиды раз за разом. Рецидивы буквально там в месяц, два, три. Вот прям обидно. Что вы сделали, чтобы убрать аденоиды? Мы занимаемся остеопатической работой, остеопатическое лечение. Что вы видите в результате? Я вижу в результате подтверждение моего позитивного моего лечения, то, что аденоиды были вот на третьей степени, и вот прошло там какое-то время, ну там неделя, две, три, месяц, все зависит, да, от человека, от его ресурсов. И когда Лор смотрит, да, эндоскопически, говорит, вот здесь вторая степень, ребят, молодцы. Но вы лечите совместно с Лором, а не только остеопатией. Вы сами говорили, что остеопаты лечат функцию, восстанавливают функцию. Поэтому если у больного уже есть структурные изменения в органах, то вы просто сами в единственном числе не должны их лечить, а должны лечить коллегиально вместе с врачами других специальностей. Вы восстанавливаете функцию, но не можете воздействовать на структуру. С другой стороны, функция восстанавливается, это способствует улучшению и структурных изменений, уменьшению их. Поэтому обязательно таких пациентов, которые уже имеют диагнозы, то есть не нарушение функции, да, это могут быть только ваши, но это практически здоровых людей, ну, очень мало в стационарах, например. Это, наверное, только дети, и то сейчас здоровых детей практически нет ни в школах, нигде. А люди, которые уже имеют диагнозы, имеют структурные изменения, должны лечиться коллегиально, и это большая проблема. Есть целый большой список противопоказаний к остеопатическому лечению. Вот как вы их исключаете? На ваш взгляд, какие это противопоказания? Онкология. Как можно просто пальпаторно? Нужно определить, есть заболевание или нет. Пациент может скрывать, что он уже годами не ходил к врачу. Ну, во-первых, это действительно... Мы направляем на исследование, либо к смежным специалистам. Ну, вот приходит женщина 45-50 лет. Она говорит, что она никогда нигде не наблюдалась, она здоровая. Вы ее смотрите, остеопатическое обследование проводите и начинаете лечить? Или все-таки вы требуете какие-то исследования? Есть определенная система красных флагов, так называемая. Соответственно, если она приходит и говорит: знаете, что-то у меня там рука текла вся и в груди какие-то шарики, то, наверное, я не буду ее лечить. Обычные противопоказания — это лихорадка. Острое состояние, инсульт, инфаркт мы отличим. Кровотечение. Но проблема еще в том, что классическая медицина пытается зачастую решать, так скажем, химически вполне механические проблемы. Угу. То есть, ну, к примеру, есть блок фасетарного сустава, позвоночники. Соответственно, это физическое явление. Соответственно, пытаются давать нестероидные противовоспалительные вещества, пытаются давать миорелаксанты. В каких-то моментах это может помочь, но проблема достаточно на физическом уровне, на физическом плане. Смещенная геометрия. И сколько ты ни кали туда, сколько ни давай препаратов, если механически на это не повоздействовать, то проблема будет решаться либо очень долго, либо не будет решаться. Либо поэтому фактически сама, для меня остеопатия – это механическая медицина, то есть воздействие на механическом плане. Вот, соответственно, проблема основная в том, что зачастую остеопаты пытаются браться за те моменты, когда нужна химическая поддержка, вот, и пытаются на это воздействовать механически, и поэтому мы видим столько негатива, да, когда не срабатывает. Вот. А с другой стороны стоят те проблемы, которые чисто механические, а их пытаются задавливать препаратами. Знаете, я со своей стороны, как профессор, который занимается какой-то преподавательской работой, могу сказать, понимаете, у терапевта есть понимание, в каком случае он обязан отправить к хирургу. Uh-huh. Что он не должен лечить антибиотиками, а что он должен отправить на операцию. Но со своей стороны могу сказать, что только на личном контакте с кем-то я смог узнать, в каких случаях я отправляю остеопату. Я отправляю пациентов к остеопату с конкретными задачами. Но извините, мне повезло просто, что у меня есть личный контакт. Но от вашей-то остеопатической ассоциации никаких инструкций. Совершенно верно. Для терапевтов, кардиологов, врачей спортивной медицины и так далее. Гинекологов, тех же, если вы говорите о висцеральной терапии, вы ни одной инструкции не дали, не пришли, не сказали ни на одной конференции. Что смотрите, не надо браться за все. Ту проблему мы решаем. Мы решаем.
Я думаю, и мы ее контролируем, чтобы это было понятно. Ну, чтобы понятно, прозрачно. А у нас есть такие конференции, они проводятся ежегодно, где... Вы их проводите для себя. В своем кругу а там проводите, а для людей... Вопрос в системе образования, в мединституте, да, которые у нас знания еще остались на достаточно старинном уровне, когда у нас были изучены на грубых достаточно примерах особенности анатомии, и в частности раздел биомеханики в медицинских вузах, который сейчас преподается, он занимает совершенно какую-то там маленькую долю, да, которая практически не отдается. У нас в основном уклон делается на классическую анатомию, топографическую хирургию, физиологию, патофизиологию. Но вы же не выходите из института остеопатом, вы выходите совершенно врачом верно общей практики. Тогда в таком случае, во-первых, остеопат сейчас учится только исключительно за счет своего финансирования. То есть это исключительно... Ну, у нас сегодня практически все учатся в ординатуре за счет своего финансирования. В ординатуре есть бюджетные места. Хорошо. В ординатуре есть бюджетные места. Их так мало. Мало, но они есть. В остеопатии а здесь опять проблема, нет, о которой мы с вами говорили. Вы ведь до некоторых пор брали к себе в ваши школы не врачебный состав. Каким образом тогда можно говорить о вашем образовании? Это руководствуется Европейская школа остеопатии, Российская школа остеопатии берет в свой арсенал только докторов с высшим медицинским образованием. Не то, почему вы этого не делали. Бог с ним. Вот сейчас вы говорите, мы можем делать то, то, то. И можно подразумевать, что очень много пациентов, которые безуспешно иногда годами наблюдаются у терапевтов, которые мы не можем просто отдать никуда, рады бы, просто ни пациенты не знают об этих вещах, ни сами доктора не знают на этих вещах. У меня складывается впечатление, что вы избегаете контакта с коллегами. Вот потому абсолютно что, согласна. Потому что вы опасаетесь, что вашу работу будут чекапить. Потому что я спрашиваю своего остеопата, так, провел два сеанса, что есть с ребенком? Да, есть. Я смотрю это ребенка со своей стороны, смотрю, что сделал он и что добавить мне. А вы работаете в своих кабинетиках, для под себя, что-то сделали, деньги заработали, с терапевтами вы я не думаю, общаетесь. Это очень если мы говорим о плюсах европейской школы медицинской, это работа в консилиумах. Конечно. Это работа всегда совместная. Терапевта, невролога, когда они общую проблему, кардиолога и невролога. А почему? Потому что мы задаем вопросы. Мы задаем нам вопросы. Нам тоже интересно. Да, нам интересно, чем руководствуются, да, правила, значит, методики. Дайте посмотреть. И, соответственно, получаем только закрытый лагерь. Объясните свои методики. Так, дайте информацию, чтобы мы могли сказать пациентам, мы с вами буду делать то. Если я, например, как остеопат, да, заявлюсь, например, на кардиологический форум и скажу, тут, ребят, я вам сейчас расскажу, как надо жить, меня просто не пустят. А почему вы так считаете? Нет, это почему? Неправда. Вы должны найти с вами свое место. Посмотрите, мы спорим про диагноз НЦД. То у нас есть, то у нас его нету. Это другая дискуссия. Но это пациенты, которым вы условно можете помочь, но никто из вас не пришел и не сказал, дорогие кардиологи, я готов взять ваших там нейроциркуляторную дистонию или генсосудистую дистонию. Как это НЦД диагностировать-то? Обычный терапевт, как он ее диагностирует? Это исключение, он ее диагностирует. Все. В чем еще проблема? Смотрите, к примеру, ортопед занимается суставами, да? И если я приду и скажу, дорогой, вот ты лечишь суставы, я лечу суставы, отдай мне своих пациентов. Ты дурак, ты ничего не понимаешь, я понимаю, как правильно их лечить. Зачем вы так формулируете? Вот. Вы формулируете заведомо таким образом, конечно, что с вами никто не будет разговаривать. Ты скажешь, знаете, коллега, мы можем быть вместе успешны. Мы можем коллегиально вот, решить проблемы. В этих вопросах. Абсолютно. Если они будут понимать, если я вижу, что мне, я не успешен, но я знаю, кому отправить, я всегда так и сделаю. Конечно. Мы обмениваемся пациентами, вы отправляете. Правильно. Конечно. У нас точно так же коллегиальное решение, консилиумное решение. Фактически ко мне сейчас отправляют врачи, классические врачи отправляют пациентов, но чаще всего это те, с которыми напрочь не могут справиться, скажем так. Расскажите мне, вот как вы готовы доносить информацию? Что вам нужно сделать? Какие колокольные совместные нужно проводить? Нам, в первую очередь, нужны площадки, на самом деле, для этого. То есть нужны площадки, в которых врачи классические и врачи остеопаты могут, ну, так скажем, готовы друг друга выслушивать и готовы с друг другом общаться. Я думаю, что, скорее всего, это нужны совместные конференции, в первую очередь. Так у вас проблема есть две ассоциации. Почему нету таких совместных конференций? Я думаю, что это вопрос больше к... У вас они проводятся, знаете, но для того сообщество и формирование, чтобы делегировать своих опиньонов для, конечно, каких-то переговорных процессов. Возрастов. Давайте вот все-таки резюмируем и скажем, а остеопатия – это все-таки профилактика или лечение действительно больных?
ну, грубо говоря, если сказать, артроз коленного сустава. Да? Да. Вот, у всех есть артроз коленного сустава. Потому что если сделать человеку в 40 лет МРТ, у него, скорее всего, будет артроз коленного сустава первой степени. Но человек-то к нам приходит, он приходит не с артрозом, он приходит с болью при ходьбе, да, например, или при приседании. И с этой точки зрения я ему уберу боль при ходьбе и приседании. Уберу ли я ему артроз? Нет. То есть, если говорить по нозологиям, вылечил ли я ему артроз? Нет, ему не вылечил артроз. Если с точки зрения функции и боли, но да, это паллиативная медицина. Спасибо, дорогие коллеги. Сегодня была очень жаркая дискуссия, мы даже где-то конфликтовали. Конечно, найти первый раз на общем коллоквиуме контакт между врачами аллопатической медицины и остеопатами было сложно. К счастью, первый шаг сделан. Теперь, по крайней мере, мы понимаем, что работать вместе вполне реально. А значит, шансы у наших пациентов увеличиваются, и многие из них теперь получат адекватную помощь. Оставайтесь с нами, смотрите нашу программу.